воскресенье в Самарской области будет ясно, но местами пасмурно. Осадки в виде дождя в северных районах. Температура днем плюс 6, плюс 11, ночью 0, минус 3 градуса. Ветер преимущественно северо-западной, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясный день, днем плюс 11, ночью минус 2 градуса, ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, без осадков, температура воздуха днем плюс 8, ночью 0 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре ясно, без осадков, днем плюс 4 градуса, ночью 3, ниже 0, ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.